Бобруйск — это город для жизни. Наш город, где все мы живем. Душа поет. Игорь Рожко хвастается очередной музыкальной премьерой «Бобруйск. Город для жизни». Мастер без стеснений называет произведение одой малой родине. Сначала придумал текст, начали делать аранжировку. Делали аранжировку, одну, вторую, третью. Работали долго над этой песней, потому что хотелось, чтобы она получилась. Композитор ориентируется в специальных компьютерных программах, как рыба в воде. Сам пишет аранжировки. По словам коллег по цеху, песня тянет на шедевр. Это благодаря всем, кто принимал участие в разработке и исполнении, отмечает маэстро. Я с детства начал увлекаться игрой на гитаре, сочинять собственные песни. Потом судьба свела меня с военным оркестром Бобруйского гарнизона, где я отслужил и вышел на пенсию. Там я повысил свой профессиональный уровень. Мужчина работает в молодежном коллективе. Коллеги души не чают в своем концертмейстере. Считаю, что Игорь Николаевич — настоящая находка для нашего центра. Он великолепный человек. Имея музыкальное образование, могу сказать, что он хороший композитор, автор текстов. Его песни с удовольствием поют наши вокальные коллективы центра и даже города. На достигнутом герой останавливаться не собирается, нет предела совершенства. Композитор делится секретом, уже есть новые идеи. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.